Всем привет. Только что завершил модель. Изготовлена она под заказ. Михаил из Ставрополя заказал ее для муравьев Феодоль Синика. То есть это, по сути, жилой модуль, который будет вставляться в аквариум. Кстати, он очень большой. То есть, для примера, вот стандартное гнездо. Вот стандартное гнездо. Вообще по горизонту 290 мм, а по высоте 348 мм. Вот ручка. Вот ручка. Видите, она как выглядит. Дальше. Специальную приспособу сделали для горизонтальных пробирок. И Михаил сказал, что у него в колонии сейчас около 400 особей. Сделали перегородочки. Две перегородки, ну, чтобы все это пространство сразу не заселяли. Глубина гнезд 20 мм. Вот, что я хотел вам показать. Спасибо за внимание. Пока.